Далі увечері ви дізнаєтеся, як розпізнати рейдерську атаку на ваш бізнес. Причому ще тоді, коли її тільки готують. Перше правило – це… Это вы? Он говорит, нет, не что. Нет, не я. Ой, извините, да. Ситуация безвыходная, начинаем веселиться. Ну, у вас дома там ценные документы у вас? Да? Мы ничего не мам. Отлично, вы уже я у Лизи закупал. А в разі, якщо рейдери таки напали, навчимо, як їм протидіяти. Тобто це елемент давлення. Термінатор – фігня, а оце – клас. Вечір на восьмому триває. Тетяно, слухай, я таки бачив, їхав сьогодні на роботу, і бачив, як будівлю захоплювали якісь молодики спортивної статури. Це було дуже схоже на рейдерську атаку. Ну, на жаль, рейдерство в Україні зараз дуже розповсюджене, і майже всі, думаю, із власників бізнесу рано чи пізно з цим стикаються, або принаймні вони думають над тим, як захистити власну компанію, як захистити свій бізнес. А що робити у разі рейдерської атаки? Що робити в разі рейдерської атаки, а головне, як її попередити, про це ми поговоримо із Андрієм Семидідьком, який є засновником і виконавчим директором Антирейдерського союзу підприємців України. Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Дуже раді вас сьогодні бачити у нас в гостях. І оскільки вечір – корисно-розважальне шоу, як зазвичай проходять ваші вечори, що ви робите і як знімаєте втому, можливо, стрес? Бо я впевнена, що ваша діяльність, вона пов'язана зі стресами. Вигулюю собаку, посещаю фізкультурний зал, да, спортивний зал. От іноді там знімаю напряження в нашому стрілковому комплексі, де ми можемо там потренуватися, поперемещатися і відстріляти определенне кількість там патронів. Читаю книги, п'ю чай. А яку останню книгу прочитала? «Імперія должна умереть» Зигарь. Не Зигарь написал, такая толстая книжка, это как раз история становления гражданского общества в Российской империи и как она обваливалась, и как большевики взяли власть и включили политический террор. Очень похоже на ситуацию, то, что у нас происходит. Слабость власти, веруя життя улица, вот, и как страна фактически разваливалась. І в цій ситуації дуже схоже теж. Тому книга познавательна і достатньо інтересна. Ну, в цьому ефірі ми будемо більше говорити про Україну, про так, бізнес. Історія, якщо ти не знаєш історії, не розумієш методології, то ти не розумієш, що буде з тобою відбуватися далі. У нас бізнес-канал для всієї родини, і ми говоримо про те, що цікавить підприємців. А підприємців, я думаю, що перш за все цікавить те, щоб їх бізнес, окрім того, щоб він розвивався, щоб його зберегти і захистити в разі, коли хтось на цей бізнес, якщо цей бізнес є успішним, бо на неуспішні, мабуть, не претендують, так? Я скажу народною мовою, щоб не отжали. Точно. І в наших условиях, звісно, це дуже тяжело, тому що со сменой власти, это наступники рассказывают о своих попередниках, но в то же время успешно перераспределяют собственность, которая от попередников досталась, а потом оглядываются и думают, как использовать свою государственную инструменты свои государственные для чего-нибудь отобрать у предпринимателей. Там уже уже 12 лет изучаем эту ситуацию и помогаем предпринимателям. Вот из этих 12 лет уже можно выработать такую статистику, да, там за год до выборов, полтора года после выборов идет обострение захватов, использование правоохранительной системы, разнообразнейших там чиновников для уходящей команды что-нибудь отжать, а уже потом зашедшая команда перераспределить и потом опять что-нибудь отжать у предпринимателей. Мне подобається, як ви так із посмішкою про це говорите. Це що? А ситуація безвихідна, починаємо веселитися. Знаете, ну вот я вот люблю повторять, да, как нам выжить в условиях разрухи и хаоса, или как нас убеждают в условиях структурных перетворень та особливого периода там украинской демократии. Да? То есть, а по большому счету это разруха и хаос. И поэтому, ну, когда ты уже это понимаешь, да, то ты обрастаешь определенным инструментарием, да, и ты уже как-то понимаешь, как в этих условиях выживать и пытаться развиваться. Отбирать особо много уже у страны нету, да, то есть у предпринимателей. Люди уже сами выбирают фактически экономическую эмиграцию, да, то есть выбирая европейские понятные подходы, то есть фактически сколько уже, 5 миллионов человек выехало. Предприниматели в большом количестве, средний бизнес, диверсифицируя подходы здесь, они выводят ресурсы, выводят производство, выводят
торговые предприятия, за, ну, там Польша, Германия, то есть это в большом количестве, к сожалению, такое происходит. Ми дуже сподіваємося на те, що ви розкажете, як підприємцям, які ще не поїхали, як їм виживати в нинішніх непростих умовах. Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, я підприємець. Я приходжу до себе на підприємство і бачу, що в мене на прохідні там якісь люди кучкуються, і я розумію, що це перший крок до рейдерського захвату. Що мені робити в такій ситуації? Ні, це не перший крок. Це вже окончання. Це вже кінечна точка реалізації замисла. Як зрозуміти, що моє підприємство під загрозою рейдерського захвату? От, к сожалению, за 12 лет деятельности антирейдерского союза мы сами оказались под атакой, и после того, как мы себя защитили, антирейдерский союз предпринимателей Украины создался из тех людей, и это не просто там какие-то оказания услуг, это предприниматели, директора заводов, владельцы предприятий, которые оказались под рейдерской атакой. Мой партнер по бизнесу два раза по два месяца находился в Лукьяновском СИЗО. Было криминальное, возбуждено уголовное дело, тогда это не криминальное провадження, а уголовное дело возбуждено, и отправили меры пресечения, арест, и отправили его, там задержали прямо в офісі там роботники там Шевченківського РОВД. Да? А що це був за бізнес? Пожежна сигналізація. Ми почали виграти тендера, тобто заходити там в музеї, там в государственный сектор. Вот, но ми оказались небольшой недостаток 20 соток землі, примикаючи к сінному ринку в городі Києві. Недостаток. Один недостаток, да, то есть, да. Эти 20 соток как раз понадобились для розширення, вот сейчас уже сінний ринок застраивается. Да, вернемся, да. Повернемось, так. Які ознаки того, що вам загрожує, вашому бізнесу загрожує рейдерський захват? Завжди говорю, ребята, подумайте, пожалуйста, чим ви владієте. Потому что вот и мы тоже, мы не понимали, чем мы владеем. То есть мы думали развитие, производство делать, а тут оказалось банальные вещи. Поэтому для начала нужно предпринимателю понять, какие у него средства производства, и каким образом они оформлены, и как он это получил. Потому что у всей собственности в советском, ну, там, постсоветском пространстве одна родовая травма. Это процесс перехода из государственной формы собственности в частную. Ушлые там, такие юристы, да, или там криминально или коррупционно настроенные какие-нибудь правоохранительные органы, они всегда могут поднять вопрос о том, каким образом это было, процедура была нарушена, неправильно оценена, неправильная оценка там, распределения каких-то было долей, неправильная оформлена, неправильно. То есть это за счет этого можно даже в новой квартире, даже в новостройке можно всегда прицепиться, потому что новостройка построена на земле, а земля была неправильно оформлена. А якщо все ж таки все, я перепрошую, все правильно було, чи такого не буває? Вау, как там, то, что вы как там находитесь на свободе, да, это не ваше достоинство, это недостаток правоохранительной системы. Да? В нашей стране нужно, чтобы ну, раза три еще круговорот собственности был сначала разгосударствление, потом оно должно перейти из рук в руки сначала спекулянтов, потом в каких-то добропорядочных собственников, перепродаться, и только тогда уже может быть через пару поколений, как в той же в Европе, в Америке, там уже 200 лет уже какой-то капитализм, который фактически перепродажа была какой-то определенной собственности, и уже тогда уже... Но за кордоном и в Сполучених Штатах також теж было рейдерские захоплення? Конечно, конечно. У нас ситуация напоминает там Америку, там 200-300 лет назад, когда там человек с ружьем защищал свой там 20 акров от друзей, там людей с таких же с ружьями или каких-то индейцев, которые там пытались что-то завладеть. И оно должно устояться, перепродаться, устояться, перепродаться, и только тогда уже можно будет говорить, что какая-то история у новой собственности есть. Первое правило – это документы на власність, так? Да, это первое, это называется аудит корпоративной безопасности, аудит в собственности, да? То есть вот слоями и понять, земля, производственные помещения, активы, которыми там производственные какие-то, ну, условно, там, оборудование, да, торговая марка, каким образом это все реализуется. Делайте луковичку, делайте земля на одном предприятии, производственные помещения на втором, оборудование на третьем, а четвертое это торговый дом, который никакого, на нем ничего нет, но это просто оболочка. Если захотят атаковать, то они сначала уколят нападающая сторона, сначала пустышку, и у вас есть время для того, чтобы в худшем случае... Тобто, вы выиграете час таким чином? Да, это усложняет корпоративную структуру, но вы хотя бы понимаете, что даже попытка атаки на какой-то один из кусочков, да, это не даст им возможности все задержать. Там, захватить и тогда уже там, уже схватить и потом держать или для того, чтобы забрать себе, или чтобы вы как бы так выкупали эту ситуацию.
Тобто потрібно розділяти. Да. То есть, к сожалению, в наших условиях вертикально интегрированные холдинги не работают. Нам надо выживать, поэтому необходимо структуризировать, реструктуризировать на разнообразнейшее. Да, это так усложняет там бухгалтерский учет, там несколько бухгалтеров условно нужно, да, но тогда ты хотя бы сможешь. Ну, это выгоднее, они же потом. Конечно, это дешевле, чем просто потом, опять же, или выкупать, или нанимать какую-то группу юристов, силовую подразделение, какие-то раздавать взятки, или просто хороших ребят-юристов, которые будут сопровождать и потеря времени, и потеря для того, чтобы вернуть уже отыграно. А що краще, мати своїх, скажімо, бухгалтерів, юристів, там інших співробітників, або зараз це поширено мати таких партнерів на аутсорсі, і вони таким чином з тобою співпрацюють, і ще співпрацюють із там 20 підприємствами подібними? Как человек, который уже 12 лет сначала сам разобрался, защитили себя, вернули свой бизнес. Как человек, уже который разбираешься, и уже к тебе идет концентрация со всей страны, приходит информация, как взломы происходят, как успешная защита. Сами участвуем в успешных защитах. И уже можно говорить, что как безопасник, да, уже юридическое образование позволяет и большой опыт в защите собственности. Могу сказать, что я бы не рекомендовал. Каждый может сам себе определять. Но я не рекомендовал бы участвовать, там, брать компанию на аутсорсе, потому что ты не сможешь проконтролировать уход твоей информации, твоей внутренней информации о бизнес-процессах, происходящих в твоем при бизнесе. Да? Может, какой-то маленький, когда ты там небольшие обороты, то тебя там, тебе там дешевле, там, чтобы тебя там какая-то аудиторская компания или бухгалтер, там колл-центр какой-то. Да? Но если ты все-таки пытаешься сделать стабильную какую-то бизнес-процесс, не ремесленничество, а какой-то такой уже бизнес-процесс сделать, то я бы это рекомендовал все делать свое, подписывать там договора о неразглашении, коммерческой тайне, вводить систему коммерческой тайны, документы выдавать на адвокатское хранение адвокатами. То есть лучше заранее думать, это вот я хотел бы уже третье, да, то есть сначала понимать, чем ты владеешь, второе, ты должен понимать, как у тебя это все оформлено, да, и не концентрировать в одном, да, и третье, опять же, заранее будь готов. Так вот, из этих 800 описанных кейсов только дважды люди заранее обратились с тем, чтобы провести так крэш-тест, условно, да, то есть посмотрите, чим ми владіємо, як наша безпечність буде дважди. Тобто 798 випадків. Це було якось Андрій, да, сказав, що алло, спасайте, рятуйте, приїхали. У нас вже люди стоять, або охоронители в погонах, або к нам вже приїхали якісь бойці, забирають оборудовання, там виносять, западають, або ко мне домой примчались, забирають щось ще. Тобто тільки дважди. Оглянитесь вокруг, посмотрите интересных там юристов, опытных, которые могут, ну, в бизнес-среда друг другу все равно друг другу помогают. Всегда ты можешь, ребята, спросить, кто там занимался, кто-то уже попадал под атаку, а там по оценкам разных общественных организаций, занимающихся там объединением бизнеса, порядка 60% бизнесменов, предпринимателей в Украине уже попадали. То есть порядка 80% знают, что такое рейдерство, да, а 60% попадали в ситуации. То есть санстанция — это мелочи просто. Это такая бытовая коррупция. Ну, да? Я не бизнесмен, я не знаю. Да. То есть пожарные и санстанции — это такие мелочи. Это уже там возбуждение криминального, открытие криминального провадження, там прокуратура, проверка, там лицензия, попытка отнять, там то есть наезды какие-то, юристы там задолженность перехватить. Сейчас очень большой слой долгов, это четвертый, который это я тоже, то есть надо понимать и контролировать задолженность. Но вернемся к третьему. Качественные адвокаты, которые могут уже подсказать и уже хотя бы оценить бизнес-процессы, подсказать, заранее структуризироваться, да, с ними уже подписать договор заранее, да, чтобы, например, пакет документов, за которым прибегут захватывать, да, они могут быть находиться на ответственном адвокатском хранении. То есть есть схемы, которые уже могут юристы с учетом специфики деятельности. Тобто ще до захоплення такого безпеку собі зробити, такий подушку безпеки. Я его называю санитарную зону, да, то есть формировать вокруг себя санитарную зону. Практика показывает, что включение шума и света над ситуацией дает позитивный результат. Начиная от новой почты, которая была, да, то есть наезд прокуратуры, попытка задержания, чтобы получить каких-то себе там мзду, заканчивая вот нашим там из свежих там месяц назад Экония, это компания, которая разливает детскую водичку. На них с подделкой документов, по рейдерской схеме, два регистратора и нотариус в схеме были, но два бизнесмена, которые профинансировали эту схему и попытались с использованием там этих поддельных документов и схемы регистраторов захватить предприятие, которое там по 10
10 мільйонів доларів. Тобто, якомога більше включення закликати... Включення шума, да, тобто, і от це і єдинственне... Соцмережі, ЗМІ... Це да, все, да, да, да. Да, я от всегда рекомендую объяснить конфликтные поля на пальцах. Mm-hmm. То есть, первый, это правоохранительный-силовой mm-hmm. признаки. Задержание, обыски, возбуждение уголовных дел, там запросы от правоохранителей, будь то там полиция, прокуратура, СБУ, разнообразнейшие там ГНА, налоговая полиция, да. Сюда же я отношу и давление неформалитета, то есть еще криминальный мир все равно там силен и набирает обороты в нашей стране, да. И ты оцениваешь, где у тебя, какие у тебя есть позиции, может дружеские, родственные, там ты там сам бывший правоохранитель, хранитель, ты понимаешь, как оно уже работает. Кум хтось. Понимаем, да. А вдруг кум прокурор, да. То есть, да, понимаем. Правоохранительный интерес силовой. Второе, судебное. Выконавчее производство, судьи, административный, хозяйственный, то есть судебная система. И ты понимаешь, на тебя идет атака, и ты видишь там уже выконавчее производство по там, изъятию, там выконавец какой-то пришел к тебе, да. Или ты можешь включить какие-то определенные моменты за счет того, что ты и бизнесмен, или там какие-то там коррупционно-родственные связи. То есть судебное поле, да. Третье, административный. У тебя кум-депутат, или на тебя идет атака из депутатского корпуса, администрация какая-то, лицензия хочет отобраться. Это административное поле. Тебя поддерживает мэр, если у тебя градообразующее предприятие. Или мэр навпаки. Хочет отобрать, да. Тоже понимаю. Административное поле, да. И четвертое, это публичное поле. Это включение шума и света над ситуацией. И тогда уже все, как крабики отползают, всякие коррупционеры в тень. То есть очень важно тоже понимать, кто на тебя. Это же не он же не звонит от Беру. А к нему уже приезжают какие-то хмурые лица и пытаются что-то уже исполнить. Важно предпринимателю обратиться к специалистам, которые по этим лицам, да, те, которые там эти решалы, да, такие или юристы, или какие-то еще, да, те, которые обслуживают этот конфликт, которые придумали схему, вычислить и понять, кого они сопровождают, кто реальный бенефициарий. Кто реальный заказчик, финансист и организатор этой схемы. И тогда на него уже все как прожектором включить общественное мнение. И приехать сказать, это вы? Он говорит, нет, не что. Нет, не я. Ой, извините, да. Ой, кто? Выбачьте, подлюка вы такая. Да. Тихо. И уже там уже определенные, это называется, акции прямого действия. Ага. Да, то есть имеем право спросить. Андрій, ви тут згадували кілька моментів, і я би хотіла повернутися до теми боргів, заборгованості. Ви кажете про те, що треба дуже ретельно контролювати свою заборгованість. Що це? З 2014 года із банківської середи виведено порядок 80 банков. А это не только наши депозиты, которые там хранились, но это и кредиты, и предприятия, которые были, получая под кредит, получали и закладывали имущество. Как у физлиц это квартиры, так и промышленный сектор. И пользуясь этим, люди, которые там, компании, которые занимаются покупкой с аукционов этих там, предприятий, да, там покупается право требования, но с использованием коррупционных составляющих регистраторов, они превращаются в право собственности, оформляют на себя, и потом уже заходят с бойцами, заходят, захватывают предприятия, или захватывают и говорят, откупись, выкупай. Понимаем, да? То есть они покупают право требования, да, но получая на себя право собственности отправляют. Вот. И большое количество предпринимателей столкнулись с тем, что использование через схему долгов. Поэтому четвертый подход, это надо понимать бизнес-окружение, в котором ты находишься, банк, в котором ты находишься, ну, обслуживаешься, кто твои партнеры по бизнесу и кто хотел бы облизываться на твое имущество, да, но и опять же, где ты обслуживаешься, кредиты, долги. І будь контролювати, це теж треба. Де ти обслуговуєшся? Краще обирати банк державний, приватний, банк з іноземним капіталом. Що би ви порадили? Пример з крупнейшим банком, який произошел в нашей стране, и его огосударствление, да, назовем так, да, из него очень много информации ушло по обслуживанию, то есть потому что уже нет такой ответственности перед владельцами банка, и сопровождающие базы данных безопасников ушло из банка, бюро кредитных историй гуляет по Украине, его покупают, перепродают, то есть там все при получении карточки там вас условно фотографировали, эти тоже гуляют сейчас. Поэтому государственный банк, он
он не защищен в смысле того, что, ну, а завтра он может и, ну, прекратить, да, может, опять же, в случае какого-то дефолта, может быть, в качестве там обеспечения перед кредиторами внешними придется рассчитаться банками какими-то имуществом, да, и поэтому я бы не выбирал государственный банк, потому что не в нашей стране играться с государством в такие вещи. Нужно смотреть, где обслуживается, например, посольство там европейских стран, в каких банках, да. Если безопасники посольства выбирают, да, такой банк, ну, я не могу там рекомендовать, я не хочу какие-то там рекламные паузы устраивать, но я подошел к такому подходу, у меня такой был, да, улетая там в Вашингтон там, или там в Европу ездя, я смотрел, в каких странах, в каких банках обслуживаются эти посольства. Ну, по-моему, правильное решение. Чудовый лайфхак. Вот, поэтому я ответил на вопрос. Я все ж таки повернусь до того питання, яке я задавав. Що робити, коли вже ось хлопці вже тут? Что делать, когда у вас ситуация уже происходит? То есть, если вы допустили ситуацию, когда у вас в помещении лежат ценные вещи, то есть, если вы не думали о том, что к вам могут прийти в нашей стране, там каждый второй уже по такой ситуации, да, то есть, не задумываясь. Да, які а є такі предприятия, які зберігають все в офісі у себе? Ну, у вас дома там ценные документы у вас, да? Мене нічого нема. Отлично, вы уже... Я у лісі закопав. Не скажу, в якому. Замечательно. Это отличное правило. То есть надо подумать о том, где вы будете хранить. И не обязательно это банковская ячейка, потому что очень много примеров, когда и пропадают из банковских ячеек и ценности, и документы. То есть и тут человеческий фактор очень важен тоже, да, в каком банке. Да? То есть вы понимаете, где-то не связаны места, не связанные с вашим там проживанием, потому что буквально недавно ситуация была с ассоциацией властников сброи, под выдуманным абсолютно. Там такое, ну, там вот так вот накручено. Я такого ухвалы суду не читал давно уже, постановление о проведении обысков. И там, начиная от ценных вещей, заканчивая записями, схемами, записными книжками, это все желание было изъять. Поэтому задумайтесь о том, что вот к вам пришли люди. Как вы, что вы в этой ситуации будете? Якщо, да, вот вечером, досмотрев передачу, оглянитесь вокруг, посмотрите на свою квартиру и так, стоп. Закупайте все вниз. У меня, я обжился бумагами, документами, давай-ка я почищу себе свой бизнес-пространство. Така ситуація, якщо до мене правоохоронні органи намагаються зайти, я можу їх не пускати. Да, ну смотрите ж по ситуации. Дивлячись, с чим вони прийшли, якщо це ордер на обшук, то Андрюха придется відкрити. Про проведение обыска, ну как, вы можете не попускать 5-7 минут, да, пока они с болгарками демонстративно не взрежут вам, если они приедут с физзащитой, да, то есть разрежут вам показательно двери, потом показательно сейф, показательно, разбросают вещи, могут параллельно что-то разбить. То есть это элемент давления для того, чтобы вы там сломались или вышли на кровь, ну там на решение. То ще вони прийшли, кажуть, проходьте, мене нічого нема. Приход к предпринимателям, которые пытаются выжить в условиях войны, падения экономики, у нас не растущая экономика, да, и приход правоохранителей, это не сепаратистские какие-то темы, да, а обыкновенным предпринимателям и оказывать давление. Начинают мы сегодня с утра, приехали люди, у них в Сумской области под видом изъятия имущества, в рамках, получив отказ от судебного, от следственного судьи, тем не менее продолжают свои следственные действия, изымают там 5 тонн семечки какой-то там агропродукции. Использование своего служебного положения для обогащения, ограбления или давления на предпринимателя – это мародерство. У этих людей есть фамилия, имя, отчество, должность. И вот когда по отношению к нему ты говоришь, мы сейчас, да, делай, нехороший человек, делай, но мы отменим эту ухвалу, а тебя лично поставим задачу, чтобы адвокаты с тебя сняли погоны, чтобы ты о тебе узнали люди, что ты такой персонализация. Себе. Однозначно. А если консолидироваться, это уже седьмой принцип, да, консолидироваться предпринимателем, да, понимая, с чем ты столкнулся, включай шум, социальные сети, обращайся, говоришь, у меня, условно говоря, вот такой зверек, животное. Зробимо его ведомым. Раз. А кто еще его знает? Ага. А давайте объединяться. Вот это мы начинали в 2005 году, комната психологической разгрузки, потому что мы поняли, что мы сами не отобьемся. Мы начали искать себе подобных и фактически по пятницам на заводе Сатурн, Сувенир, то есть куча предпринимателей приезжали, по 80 человек рассказывали, как у них отбирали, как у них забирали, как их находили там где-то уже в селах, куда они вывезли свои семьи, и там приезжал какой-то помощник прокурора и говорил, мы тебя тут нашлем, найдем,
нашли, так отдавай имущество, да, там, или отдавай акции, тогда еще акционерные общества были. Поэтому, объединившись, уже мы ощутили, так, мы боремся против этой финансовой группы, а здесь эти такие жулики, давайте объединяться. Ведомости сила. А зараз оця схема выразить всеобщий позор, фу. Вона працює? Так самое интересное, вот за эти 12 лет предприниматели осознали. Появилось много предпринимательских объединений, которые, я когда слушаю телевизор и там, выступления, там уже новое поколение предпринимателей, ну там объединение не предпринимателей, я получаю удовольствие, потому что я слышу свои слова, которые ты ходил, использовал свои технологии. Именно такой предпринимательской солидарности. Да, вы уже выхователь, можно сказать, гуру, коуч. Я уже визионер и ментор. Ментор и визионер защиты, использования общественных технологий для защиты своего бизнеса. Тобто це все ж таки працює? Работает. Вот сейчас это уже люди многие понимают, что терять особо нечего, договариваться не с кем, потому что ты с этими договоришься, придут какие-то другие жулики, да, и поэтому лучше не раздавать, лучше вкладывать в себя, становиться публичным, это уже восьмой принцип, да, вкладывать в себя, если у тебя есть блог, если ты общаешься с предпринимателями такими же, как ты, входишь... Тобто ставати публичною людиною. Да, в общественном, так, если ты действительно, ты белым бизнесом занимаешься, не схематозник, не обналичник, личник такой-нибудь, да, не контрабандист. И це дев'ятий пункт, да? Да? Ну, нет, создавать, нет, не то, что белому, да, законодательство так прописано, что можно и прочитать и так, и так. И этим они пользуются правоохранители, рейдеры, опять же, юристы понимают, что можно так прочитать, а можно так. В суд зайти, и судья может и так почитать, и так. Дозвольная система толкует, законодательства нет, или оно там двояко написано. Поэтому ты, став предпринимателем, ты уже нарушаешь определенные законы. Но если ты в реальном бизнесе, то ты понимаешь, что ты строишь что-то, которое можно показать, которая не увезешь с собой, да, и которая стоит оставить своим детям, и в то же время и что-то еще и для общества, да, потому что тогда ты имеешь право апеллировать к обществу и говорить: люди, мы строим свою страну, а тут какие-то мародеры приходят, нас пытаются отнять. И тогда это вот это, в чем сила, брат, да, то есть в этом и есть, в правде, да. Надеюсь, там время мародеров мы переживем, да, и будем развиваться, только объединяясь, и имея моральное право для того, чтобы ты мог обратиться к обществу і сказати: «Да, люди, ми строїмо свою страну». Ми вам дуже-дуже дякуємо. Приходьте до нас ще. Мені було дуже цікаво і корисно, я думаю. Да? І всім нашим глядачам також. Залишайтеся на восьмому. Зовсім скоро побачимось.